1832 году на востоке, на стороне Койсу, появится в начале Газала Гази Магомед. Люди последуют за ним и подчинятся ему, пока не увеличится сила его и мощь. Пройдут сражения, прольется много крови, и отнято будет их имущество. В конце будет он окружен большим войском и убит. Затем явится Хамс Гамзатбек, наставлять людей на праведность и помощь исламу, пока не усилится его мощь и сила. Но будет убит людьми из приближенных к власти в Джума-мечети. И тогда появится Шамву, Шамиль, который снова возьмет власть в свои руки. Но эти люди опять возьмут вверх, и волны смуты ударят во все стороны Кайсу, пока не убьют многих и не возьмут в плен. Закончится этот газават в 1859 году. Много зла и несправедливости было тогда в Койсу, и возвал народ к Шамилю, чтобы стал он имамом, и поднял знамя ислама имам Шамиль, и в третий раз ввел шариат, и уравнял в правах бедных и богатых, знатных и безродных, потому что все равны перед Аллахом. Во имя Аллаха и пророка его Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Братья мои, лучше быть убитыми за веру и находиться вечно в раю, чем быть животными без веры. Этими пушками они принесут нам разврат и уничтожат ислам. А без веры люди словно скот. Так гласит пророчество от великого шейха Ибн Араби. Бабушка! Бабушка! Бабушка, бабушка! Да, Шамиль? Я прочитал книгу о Шамиле. Какой же ты молодец! Я читал всю ночь, не смыкая глаз. А что было дальше? Расскажи. Дальше было Ахульго. Я тебе дам продолжение. Ты была в Ахульго? Да. Ты разговаривала с имамом Шамилем? Да. Так же, как и твой дедушка Малик. Имам Шамиль пришел в Ахульго. Там было много битв за праведное дело. Я очень рад видеть тебя, хан Мехтулинский. В это непростое время мы должны держаться ближе, великий Нуцал. А вы, я вижу, остаетесь жизнерадостны. А как же мне не радоваться? Ко мне приехал мой лучший друг. К тому же у меня есть для тебя очень хороший подарок. Я признателен вам, Нуцал. И с нетерпением жду его. Но прежде я хотел бы обсудить с вами наши насущные дела. Я слушаю вас. После поражения при Аргуани и Убуртунае Шамиль укрепился в Ахульго. Это очень непростое место. Я был там однажды. Аул находится на неприступной горе. Это гора-крепость. Поэтому русским необходим союз с нами. Я готов тебе помочь всем, что тебе понадобится. Вас что-то тревожит? Убит наш осведомитель из стана Шамиля. Сегодня в Ахульго погибает много людей. Мне кажется, что среди ваших людей завелась крыса. Вы обижаете меня, хан.
Мои люди проверены годами преданной службы. Простите, Нуцал, но если мы хотим одолеть Шамиля, мы должны сохранять бдительность. Завтра я сосватаю за вас свою дочь Майсарат. Этот союз создаст новую династию ханов. Но для этого нам нужно уничтожить Шамиля. Всему свое время. Не стоит спешить. Сегодня, братья мои, я услышал разговор двух подростков. Почему молчашка нам, а радостно нашим врагам? Аллах Всемогущий испытывает нас тяжестью в этом мире. В мире достойно перенесем их и получим рай в ином мире. Или наоборот, разрушителем ислама рай в этом мире, а ад в мире ином. Призываю вас, братья мои, не пускайте предателей в наши ряды, ибо предатели гораздо опаснее врагов. А теперь, мириды, вернемся к нашим делам. Султанбек, Юнус, Акбердилав, занять наши наработанные позиции. Война Аллаха! На вас вся надежда защитников Ахульго! Пока эта башня в наших руках, имаму и на ней вам ничего не грозит! С помощью Аллаха мы будем держаться до последней капли крови! Из этой башни мы уйдем в рай, иншаллах! Иншаллах! Отряды 4-го Абширонского полка понесли потери и отошли на прежние позиции. Сарухаеву башню взять так и не удалось. А что кабардинцы? Им удалось приблизиться и закрепиться? Никак нет. Более того, в батальонах зреет паника. Солдаты испуганы большими потерями. Паникеров и трусов расстреливать на месте. И прикажите артиллеристам, пусть прекратят огонь. Голова раскалывается. Есть! Здравия желаю, господин генерал. Рад видеть вас, Александр Павлович. Вы-то с какими вестями? С хорошими, Павел Христофорович. С хорошими. Чеченцы направили Шамилю отряд наибов под командованием Ташов Хаджи. Они хотели зайти к нам с тылу. Мы устроили засаду в ущелье. Ташов Хаджи с большими потерями вернулся в Чечню. Эти чеченцы зубами скалы будут грызть, чтобы попасть обратно в Ахульго. Тут вот перешеек, он соединяет крепость с соседними аулами. По нему Шамиль получает подкрепление и боеприпасы. Вот, башня прикрывает этот перешеек. Мы не возьмем Ахульго, пока не разрушим эту башню. Совершенно верно, господин полковник. Поставим 8 горных орудий напротив крепости. Саперы Кавказского полка под прикрытием артиллерии заложат снаряды под крепость. Разрушим башню и сразу же начнем штурм. Добро.
объявил привал! Я не выдержу и одного дня с Мехтулинским. Он страшный и бессердечный. Я не хочу с ним жить, тетя Хану. Я тебя понимаю, моя девочка. Ты же видела, как они поступили с Маликом? Так же они поступают и с остальными. Имам Шамиль сказал, наш народ душат ханы и беки. Я хочу сбежать от Мехтулинского. Куда? В Ахульго, к Малику. Ты можешь погибнуть. На все воля Аллаха. Если мне суждено умереть рядом с ним, то я хочу умереть с ним. В честь невесты Майсарат объявлены скачки! Своими обещаниями Шамиль подрывает нашу власть. Я был на совещании в штабе генерала Гарабе. Шамиль повсюду рассылает своих мюридов и призывает народ к мятежу. Он обещает уменьшить налог и еще какие-то блага. Этот безумец восстал против самого императора Николая. Императора, чья власть распространяется от Европы до Америки и от Америки до Азии. Принято решение во избежание масштабного восстания в ближайшие дни взять Ахульго. И мы должны ему в этом помочь. Мне известно, что Шамиль присылал к вам своих лазутчиков. И вы принимали их. Он предлагал вам поддержать его, и слова «нет» не прозвучало от вас. Но запомните, если я узнаю, что вы за моей спиной приняли хотя бы одного его посла, я собственной властью отправлю вас в Сибирь. Вместе с семьями, в кандалах. А земли ваши отдам тем, кто на них работал, вашим батракам. У Шамиля более 500 мюридов. Что мы можем сделать? 500 мюридов. У Грабе пушки, много пушек. И 40 тысяч до зубов вооруженных и хорошо обученных воинов. Мюриды. Наш Нуцал верно говорит. Благодаря императору Николаю мы здесь имеем надежную защиту от любого врага. Здесь, в Унцукуле, вся эта непобедимая армия мюридов во главе с их главарем, русская армия загнана высоко в горы. Шамиля ждет та же участь, что и его предшественников, этих имамов-самозванцев, Газимагомеда и Гамзатбека. Они тоже провозглашали джихад. А сами добивались только одного – власти. Я не призываю вас убить Шамиля. Уже это поздно. Мы должны убить его идею. Вот над этим придется поломать голову. Мы должны противопоставить джихаду закон и порядок. Я думаю, вы все поняли, что я хотел вам сказать.
А сейчас выпейте и идите к народу. Народ ждет. Прошу. Эта дорога ведет в горы. Но сейчас же день. А если поймают? Может, мне дождаться ночи? Ночью будет еще труднее. Смотри. Давай. Сейчас или никогда. Помни меня, тетя Ханум. Пусть тебя бережет Аллах. А вы не боитесь, мой хан, что после войны русские направят свои пушки против нас? Нет, там за горами находится Персия, Индия, множество народов, с которыми хочет торговать белый царь. Наши земли – врата в эти страны, а ключ находится у меня. Мы победим, Шамиля, я стану правителем этих всех семей. Она убежала! Как? Как убежала? Как убежала? За мной! Догнать ее! Думаешь, далеко убежит? Да она сгинет! Да лучше сгинуть ей, чем жить с таким, как ты. Не трожь! Ты забыл, это сестра Нуцала! Я Майсарат, дочь великого Нуцала. Дочь Нуцала? А что ты здесь делаешь, одна в горах? Почему эти люди гнались за тобой? Мой отец хотел выдать меня замуж за хана Мехтулинского. Я сбежала от них. А это его слуги. Вы кто? Это мой сын Ахтям. А я Умурзак. Мы башкиры с юга Урала. Ну что, сынок? Пора нам идти. Пойдем. Письмо от генерала Граббе. Имам, что пишет Граббе? Он выдвинул несколько условий. Я должен дать своего сына в аманат. Все мериды сдаются русскому правительству. Старое и новое Ахульго считать землей белого царя.
И горцам на ней без дозволения не селиться. Это позор. Скорее солнце погаснет, чем я сложу оружие. Я пришел не для того, чтобы сдаться. После всего случившегося наше положение безнадежно. Русские опасаются нашего союза с Турцией. Время играет на нас. Мы можем сдать Ахульго на своих условиях. Твой сын не идет в Аманат. Мы не сдаем оружие. И сами выбираем, куда нам идти. Твой разум помутнился, Султанбек. Я знаю, что говорю, Батырхан. Прекратите. Имам не примет условия грабы. Но мы должны прийти к согласию. Нужно выиграть время, чтобы укрепить аул, а не тратить его на споры. А я пока попробую все-таки договориться с грабы о перемирии. Потому что главные наши враги — это все-таки ханы и беки. Именно от них зла нам гораздо больше, чем от царской армии. Мой хан! Она сбежала! Черт! Тот, кто ей помог, видно, никогда не слышал о порохе. Да уже не важно. Мы поедем к нашим русским союзникам. И передай Нуцалу о его позоре. Вы двое едете с нами. А ты проводишь Нуцалу, его сестру. Бай убил маму. А отец убил Бая. А куда вы теперь идете? Отец сказал никому не говорить. А ты никому не скажешь? Нет. Мы идем к Шамилю. Угу. В Ахульго будет очень сложно добраться. Но я знаю короткую дорогу. Она приведет нас туда. Хорошо. Вечером отправимся. Штурм начнем послезавтра утром, когда саперы подорвут башню. Кабардинцы займут позиции на склонах, чтобы никто из мюридов не ушел. Я могу создать штурмовой отряд и провести разведку. Поверьте, хан, наша разведка работает не хуже. К тому же им долго не продержаться без воды. Но почему-то они держатся. Пора их научить хорошим манерам. По-моему, это будет непросто. Переройте все норы и узнайте, где они добывают воду. Кто такие? Свои! Кто свои? Свои, свои. Я знаю Шамиля. Они со мной. Мы идем, чтобы помочь им маму. Отец, смотри! Шакалы, уходите! Я задержу их! Бежим! Скорее! О, Аллах, все в твоих руках. Помоги нам! Нас унизить.
Имам, у нас вся вода отравлена. Ису Хаджи, сюда. Майсарат, познакомься. Это младшая жена Шамиля Джавгарат. А это сын Шамиля, Джамалуддин. Джавгарат, ему нужна семья. Мы будем его семьей. Будем братьями. Мы готовы. И Михтулинский готов ударить. Только пусть ждет нашего сигнала. Этот ваш хан. Очень я надеюсь, что завтра наконец-то закончится сия баталия. Вам послание от императора. Читайте. Представителю Нагорной части Дагестана. Дорогой Нуцал, для восстановления порядка в Дагестане и борьбы с бунтовщиками повелеваю оказать необходимую поддержку генералу Граббе. Бунтовщиков, оказавших сопротивление, приказываю сослать в Сибирь. Мой император всероссийский, подпись, печать. Идите, проводи его. Себе. За нашу победу. Братья, не показывайте усталость. Аллах велик. Во имя Аллаха милостивого и милосердного, братья, мы должны закончить до утра этот ров. И залить отравленную воду сюда, чтобы утопить наших врагов. Братья, не показывайте усталость. Уповайте на Аллаха. Именем Аллаха. Милостивого и милосердного, и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Сегодня, дорогие братья, у нас 51-й урок. Название урока «Ирадж» – «Вознесение». Встреча пророка с Аллахом. Как же это было и где происходило? Это было в месяц Раджаб, ночью 27-го числа. По велению Аллаха, через ангела Джабраила, Аллах позвал к себе нашего пророка Мухаммада, да будет доволен им Аллах, и открыл ему все сущее в ином мире. А именно, что он открыл, я вам расскажу поэтапно. Ну что, братушки, сильно устали? Есть немного, ваше превосходительство. Ничего, долго мы тут не задержимся. Верно, господин полковник? Скоро домой поедем. Так точно, господин генерал. Отдыхайте, ребятки, отдыхайте. Господин генерал, считаю разумным направить к Шамилю переговорщика.
Вот вы и займетесь этим, полковник. Лучшей кандидатуры я не вижу. Объявляй, через час сбор офицеров. Слушаюсь. Казим Магомед, тебе лучше не видеть эту картину, сынок. Ты посиди в доме. Хорошо, мама. Прощай, мой брат. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, а также по вашему наставлению, я отдаю своего самого любимого сына Джамалиддина в заложники. Знайте, что от этого не будет никакой пользы для нас, находящихся здесь, на горе призыва. Вы увидите это позже. Увидите, враги ислама. Не выполнят свои условия. Как и прежде, они не снимут осаду. Им нужен не мой сын. Им нужен я. Дорогой мой сын, ты уже воин, помни. Да, отец. Вынеси достойное испытание Аллаха. Ибо я тебя отдаю в аманаты Аллаху. Не плачь, мам. Имам. Имам, разрешите, я пойду с ним. Я буду защищать его. Сохранит вас Аллах. Слушайте Юнуса. Это мой подарок тебе. Береги его. Спасибо, Султанбек. Будь молодцом. Ну что, господа, положим конец этой войне. С Богом. Эту руку. Не смогу. У Аллаха, она мешает мне биться.
Ну что, господа, поздравляю. Теперь, когда Сурхаева башня пала, можем вплотную заняться штурмом Ахульго. Присаживайтесь, пожалуйста. Павел Христофорович, когда вы планируете начать штурм? Как можно скорее. В полках участились случаи оспы. Может начаться эпидемия. Ахульго хорошо укреплен. Возможны большие потери. Позвольте мне сказать, господин генерал. Да, пожалуйста. Мои люди знают тайную тропу, благодаря которой защитники аула имеют доступ к воде. Мы можем совершить обманный маневр. Она находится вот здесь, по восточному склону. Когда ваши полки начнут штурм моста, мои люди поднимутся по этой тропе и ворвутся в аул с тыла. Ну что, господа, какие есть мнения на этот счет? Я предлагаю отправить на тропу кабардинский полк. Мои люди хорошо знают местность и воюют не хуже ваших солдат. Не обижайтесь, хан. Конечно, ваши люди, без сомнения, пойдут первыми. А следом отправятся кабардинцы Голофеева. Ну а за вами мост, Александр Павлович. Лама. О, имам, враги ислама убивают наших муэдзинов. Как нам быть в этой ситуации? Акбердилав, пусть не будет дня, когда на земле не будет слышен азан. Иншалла. Аллах велик. Ты играешь? Я вот что думаю. Этот кузнечик Малик наверняка уже в Ахульго. Этот Нуцал старый осел. Не видит, что творится у него под носом. Завел себе змеиное логово. Теперь Шамиль знает о наших планах. Хан, генерал уполномочил вас отправляться к Шамилю с требованием сложить оружие. Ты это мне? Ханы не ведут переговоры с простолюдинами. Стало быть, вы отказываетесь? Ну, почему же? С вами пойдет Бувайсар. Отправляйся с ним. Вам послание от генерала Грабе. Читайте. Глубоко уважаемый Нуцал, по воле императора и согласно обстоятельствам военной кампании, я намерен приступить к штурму Ахульго в ближайшее время. Прошу вас оказать мне содействие провиантом, фуражом, а также живой силой моим частям. Жду вашего ответа до исхода завтрашнего дня. С уважением, генерал Граббе. Доложите генералу Граббе, что я отправлю с Хаджи Муратом еще 4000 воинов в Ахульго. Идите. Честь имею, господа. Генерал Грабе уполномочил нас договориться с Шамилем о встрече. Генерал Грабе хотел нас унизить, отправив на переговоры этого шакала. Оружие оставить здесь, у порога. С имамом попрошу вести себя должным образом. Имам ждет. Сдаем оружие.
Женщины, давайте поторопимся. Малик. Майсарат, я тебя не узнал в этой одежде. Ты похожа на Мюрида. Мне пора идти. Давай быстрее! Это могла быть твоя вторая щека со шрамом. В следующий раз ты или любой другой лишатся головы. Свое получит. Идемте за мной. Шамиль стал проявлять благоразумие. Придержи-ка свой язык, пока он не выбросил тебя из седла. В седле я держусь не хуже вас. Аманат — это лишь одно из условий. Шамиль должен сложить оружие. Шамиль сам примет решение. Терпение императора не безгранично. Подумайте, что ждет вас. Что ждет нас, известно лишь Аллаху. Аминь, мой мальчик. Адъютант, ну где Шамиль? Не могу знать, ваше высокоблагородие. Команды. Приветствую тебя, Шамиль. Валейкум. Я вижу, мюридов у тебя не поубавилось. У нас их столько, что хватит на вас на всех. Ты зачем меня сюда позвал? Надо обсудить условия перемирия. Вы обещали отвести войска, но не отвели их. Вам не удержать высоту. Мы не хотим больше крови. Будьте благоразумны. Сложите оружие. Забрать мой народ?
Так знай же, я вам не верю. Все вы лжецы. Скажи генералу, что я не сложу оружие. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Не надо. Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! После призыва на молитву переговоры прекращаются. Кто? Кто позволил? Кто? Ваше высокоблагородие! Ваше высокоблагородие! Лично пойдешь, Вахульго! Вы говорите, она сбежала от Нуцала? Ай, молодец! Вот с такими женщинами нам и враг не страшен. Хаджи Али, пусть заходит. Вы хотите, чтобы я вас благословил? Я, как имам, могу это сделать. Имам? Сейчас не время для свадеб. В любой момент может начаться штурм. Ты не прав, Салтанбек. Нужно жить так, как будто ты живешь вечно. И готовиться к смерти, как будто ты сегодня умрешь. Мы должны поднять дух людям. Там, где нет любви, там нет радости. Мы сыграем сегодня свадьбу. А вы будете свидетелями. Иншалла. Иди. Благодарю, имам. Мы дали ему шанс. Ну что ж. Шамиль отказался сложить оружие. А Хульгу будет разрушена. Камня на камне не оставлю. Сейчас. И только стойкие заслуживают помощи от Аллаха. Не поворачивайтесь к врагу спиной, ибо ваше наказание будет ад. Будьте бдительны и оставайтесь на своих местах. И не нападайте, пока я не отдам приказ. Аллах! 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 Алл
Дай воду Мериду. Держитесь, дорогие братья. Аллах поможет. Поможет нам. Аллах милостив, Он придаст нам сил. Держитесь, братья. Иншаллах. Сарат, собери всех раненых, способных держать оружие. Не подходи. Боюсь, теперь они будут вам только во вред. И вообще, придержите их отдельно от больных. Иначе... Майсарат. Не бойся, Малик. Это совсем другое. Держитесь, братья. Напои остальных. Помните, мусульмане, мы ведем себя как подобает и в жизни, и в бою. Мы никогда не сдадимся и не опустимся на колени. Мы родились мусульманами и умрем ими, иншаллах. Давайте, братья, будем драться до последней капли крови. Мы окружены неверными. Значит, им некуда деваться от нас. Отсюда нам одна дорога. В рай! Милостивый и милосердный. Не дай мне уцелеть в этом газовате. Вся моя родня и все мои воины пали мучениками на этой горе. Забери меня. Потом и моего сына, любимого. Прошу тебя, Аллах. Имам, имам, ты нам нужен. Уходим, имам, уходим, уходим. Враги обрадуются твоей смерти. Thank you.
Нашел Шамиля? Нет. Темно уже, ничего не видно. Как сквозь землю провалился. Искать всю ночь. Обыскать все вокруг. Выслать дозоры на все дороги. Найди Шамиля. Держись, сынок. Потерпи, сынок. Он за той горой. Мы раздобудем воду. С помощью Аллаха. Держись. Встретимся с тобой в раю, брат. Осторожно, имам! Дорогой Султанбек, ты был настоящим львом ислама. Ты принял мою смерть. Джавгарат! Жена моя!
я совершил большую ошибку, связавшись с Мехтулинским. Свои амбиции он предпочел общему делу. В результате я потерял свою дочь и упустил Шамиля. Мне нужен личный союз с русским царем. Шамиль вернется. И гнев его будет беспощаден. Ты хороший воин. Но тебе нужен мудрый хозяин. Да, Нуцал. Не бойся. Она больше никогда ничего не услышит. Господин генерал. Присаживайтесь. Шамиля нигде нет. По крайней мере, среди павших. Но если даже он и погиб, я не думаю, что горцы оставили бы нам его тело. Но у нас его сын, Джамалетдин. Ну, возьмем мы Шамиля, полковник. Это разве что-то изменит? Не понял вас, господин генерал. Петербург хочу. Хочу по Троицкому пройтись. Под дождиком вымокнуть. Устал я на эти горы смотреть. На горцев этих диких. После того, что мы тут сотворили с вами, полковник, вряд ли они забудут об этом. Надоело мне в чужие игры играть. Так вот. А что было дальше? Дальше Шамиль вернулся, чтобы похоронить погибших. И было много битв за праведное дело. И дошел до уровня повелителя правоверных. Наиб Курбанилав, вырыть для всех могилы. Имам, русских тоже похоронить? Перед Всевышним Аллахом мы все рабы. Похороните всех. Хорошо, имам, будь сделан. После сражения в Ахульго армия Шамиля увеличилась в разы. Сопротивление с неверными длилось более 20 лет. Имам Шамиль создал государство Имамат, с которого многие развитые страны до сих пор берут пример в религиозной, социальной, военной и экономической сферах. После финального сражения в Верхнем Гунибе с повеления Всевышнего Шамиль решил пойти на переговоры с русским императором. Как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, малым газоватым является сражение, а большим является борьба с внутренним миром. После переговоров был установлен праведный ислам, мир и благополучие на Кавказе. Имам Шамиль завещал потомкам своим жить в вечной дружбе с Россией. Далее имам Шамиль совершил хадж в Мекку. Чтобы посмотреть на имама, в Мекке собрались тысячи правоверных мусульман со всего мира. Все хотели увидеть великого повелителя правоверных, который сражался более четверти века за святой ислам. По воле Всевышнего, его любимец имам Шамиль похоронен в Медине рядом с пророком Мухаммадом.
Да благословит и да приветствует его Аллах.